летом поехал в Новосибирск. Объявление у меня было с мясом. Слава богу, живой. В общем, стоим на дороге из Барнаула. Пытался выехать. В общем, так получилось, что тут ограничение скорости километров 40 или 60 вообще. Как бы не сильно-то быстро двигался. Выезжает, потом покажем, иномарка на встречную полосу. Я думал, ну просто как, знаешь, как обгон там, например. Нет, она прям в мою сторону. А тут еще мост, деваться некуда. Я в бок постарался как бы отъехать, чтобы не в лоб-то. И прям вот такой резкий удар. Все как обычно, до доли секунды происходит. В общем, Господь сохранил, что сам я живой. Машина, получается, все, она сейчас сама ехать не может. Вызвал тут, в общем, газель. Все мясо перегрузили, сейчас поедем на Сибирь. Но сейчас сначала машину эвакуатором придется везти. На стоянку уже договорился с людьми. Вот, в общем, ну ладно, слава богу, что мы живые. Я думаю, мы просто везем. Вот так вот жизнь бывает. Могло бы быть гораздо хуже. Так что вот так. Все. Давайте. Перегрузили тут, а с этой стороны все вот как бы нормально. Такая ситуация. Человек еще якобы, ну не якобы, вот инвалид с начетом инвалидности. Ну, в общем, что я могу сказать. Слава богу за все, за то, что я живой и здоровый. Это самое главное. Потому что все это железо, оно, в общем, его можно купить, восстановить, а человеческая жизнь, она... Поэтому Господь сохранил, помиловал меня в очередной раз. А тут даже говорят, пришло время менять машину. Ну, не знаю, посмотрим. Ждем эвакуатора, в общем. Ох, сейчас будет тянуть машину. Да ныне носил бы меня. И вот я приехал посмотреть раму коня. Все, в общем, благополучно я съездил в Новосибирск. Там уже все было забронировано мясо, в смысле, что раздал по клиентам. Вот. Ну, сейчас вот смотрю, тут, конечно, машину мы поставили на прикол. Еще раз пофоткал. Тут такое понимание, что... Помыслы у меня такие, что ремонтировать это просто ее, ну, не то, что нереально можно, но она уже очень старая. Вот, по всей видимости, придется новую машину покупать. Я, во-первых, хотел поблагодарить всех наших подписчиков, вот, и гостей нашего канала, и вообще людей, кто молится, ну, за нашу семью и за меня, потому что ситуация могла быть гораздо хуже. Человек вылетел в лоб, то есть, если бы врезались в лобовое столкновение, я бы не знаю, что было бы.
Вот, то есть спаси Христос за молитву, то, что я остался живой. Вот, и всех, значит, ну, неравнодушных, так скажем, к нашей такой, ну, небольшой беде, можно сказать. Вот, те, кто неравнодушен к нашему образу жизни, чем мы занимаемся, я бы не отказался. То есть, ну и вообще наша семья, конечно, вот какой-то посильной помощи. Вот, не то чтобы я прошу, но если у кого-то расположится сердце, вот, я буду не против, потому что сейчас я буду собирать деньги для того, чтобы приобретать новый автомобиль. Такой же автомобиль, потому что в нашей местности он проявил себя очень хорошо. Я буду покупать такой же. Он вместимый, он проходительный. Ну, 4 ВД, в общем, у него, да. Я там и детей вожу, и грузы вожу, товары свои в город. Вот, значит, карты, там, описание, все я в описании сделаю, карты Сбербанка. Вот, и спаси Христос всех, вот, кто поможет. Как в песне поется, мы, говорит, люди добрые, только мы, говорит, добра, говорит, так и не сделали. Это песня, я просто как бы не в укоризну, просто вот, если у кого-то есть искреннее сердечное желание, то, ну, я вас тоже искренне благодарю, кто сколько может. Так что всех еще раз спаси Христос. Вот, а мы будем, ну, сейчас заниматься, сейчас дальше там милиция, суды, там, наверное, всякие страховые компании и так далее. Ну все, всем низкий поклон и благополучие. Все.